Окей, ребят, я у Кадгара. Поехали. А, я чувствую темную энергию вокруг тебя. Что это? Кадгар меня послал. Так, а что за дуэлик? Блискатрон. Нет, Блискатрон, стой, куда ты уходишь? Ну ладно. Знание сила. Так, вот тебе теневая война. Замечательно, ПГС Пандорен. Меня беспокоит, что совет теней занимает такие прочные позиции в этих удаленных районах Дренора. Гаудан не сидел сложа руки. Не расслабляйся. Пальцы Кадгара начинают светиться от предвкушения. Сфера, ты нашел ее? Мне кажется, что-то с, с Кадгаром что-то сейчас не очень хорошее станет. Давай ее сюда, осторожней, чувствуешь? У меня мурашки по коже. Она наблюдает за нами, ПГС Пандорен. Все тени в моем доме. Давай-ка разделаемся с этим, пока не случилось ничего дурного. Пора освободить Гарону. Я знаю, что нужно делать. По крайней мере, мне так кажется. Я хочу, чтобы ты был рядом, на случай, если что-нибудь пойдет не так. Поговори со мной, когда будешь готов. Постарайся выжить. Надеюсь, хоть в этот раз освободим. За Азерот. Поехали. С помощью этой сферы мы освободим Гарону от власти Гул'дана. Давай, Верховный маг, ты связался с темной магией. Мы используем оружие врага против него. Ты связался с темной магией? Ты используешь оружие врага. А ты все никак не сдашься, маг. Никогда. Гарона, твои мучения окончатся. Ом нака ом, фел на ом каль. Мне это не нравится. Ты убил ее! Уничтожь тень! Окей. Я пока не могу применить эту способность. Еще не готов. Недостаточно энергии. Фу. Я не могу это сделать. Воняешь! Мне не хватает энергии. Я пока не могу применить эту способность. Недостаточно энергии. Уничтожили. Пробудись, Гарона. Теперь ты свободна. Гул'дан, я больше не слышу его. Отдай мне сферу, Кадгар. Я уничтожу эту мерзость. Да, бери. Идем со мной, Гарона. Вместе мы сможем одолеть Гул'дана. Я вам так обязана. Вам обоим. Да, стопудово себе куда-нибудь затарило под... Ну, поняли, короче. Ура, Гарона, легендарный соратник! Гарена все еще переживает потрясение, но теперь она с нами. Она хочет отомстить своему бывшему повелителю. Я собираюсь простить ее за нанесенный мне удар. Действовать нужно быстро. Гарена говорит, что Гул'дан двинулся в путь. Он направляется к пути славы, чтобы встретиться с громашем адским криком. Мы должны что-то предпринять прямо сейчас, пока имеющаяся у нас информация еще свежая. Не теряй времени, встретимся у командования ярости клинка, что в северной части Таладора. Самостоятельно справиться с Гул'даном и всей Железной Ордой мы не сможем, но возможно у нас хочется узнать что-нибудь, что потом можно будет использовать против них. Окей. Смотри, готовь все необходимое, встретимся у входа. Так, кажется, будет сейчас тот самый ролик. Так, а где это? А, вот. Че, поехали? Медленно, наверное, мы отправимся туда прямо сейчас. Это благо недалеко хотя бы. Не настолько далеко, как в долине призрачной мне луны. Мне нужна цель. Thank you.
Громаш, я иду к тебе. Не бей эту дрянь, не смей ее бить. Кровавая шкура. Мега имечка. Так, здесь мы последний раз закончили кровавую битву. И там был сам Громаш. Но он отступил и сказал, что вернется. И не помню, что-то типа того сказал, короче. Ну что ж, теперь мы вернулись сюда. А как допрыгнуть-то? Прозрачный, нет. Созерцай. Здесь полно стражи. Не знаю, на чем основывается уверенность Гарона. Давай я введу тебя в курс дела. Постарайся выжить. Если информация Гарона верна, то Гултана нужно искать в этом лагере Железной Орды. Гарона поможет тебе проникнуть туда. Собери любые сведения, какие только найдешь. Так мы узнаем, что замышляет Гултан. Стража будет на чеку, Гарона сможет ликвидировать некоторых стражей, но никто не должен ее видеть, поэтому тебе нужно будет очень аккуратно передвигаться по бастиону, чтобы тебя не обнаружили. Никто не должен поднять тревогу. Если дело примет совсем серьезный оборот, я телепортирую тебя в безопасное место, по крайней мере попытаюсь. Окей, с помощью Гароны проникните в командование Ярости Клинка, воспользуйтесь ее талантами, чтобы убить стражей, остаться незамеченным, соберите информацию живой и проследите за Гулданом. Будь рядом с Гароной, не дай себя заметить. Я перенесу вас, если возникнут проблемы. Мы почти прошли. Слишком далеко от цели. Окей, ясно. Все, вы в безопасности. Окей, как это? Слишком далеко. Никакой дисциплины. Ваши атаки подкосили Железную Орду. Фух. Нормально. Идем аккуратно и очень-очень медленно. Заклинание еще не готово. Да ну нафиг! Полегче. Я ведь мог и не успеть. Опять все заново. Ладно. Никакой дисциплины. Ваши атаки подкосили Железную Орду. Так, здесь урк. Да, ее и так никто не видит, по-моему. Я пока не могу прочитать это заклинание. Да тут... Уже неинтересный квест. Полегче. Я ведь мог и не успеть. Хорошо, хорошо. Постараюсь сейчас что-нибудь сделать. Так как заклинание... Никакой дисциплины. Надо подождать. Ваши атаки. Полегче. Я ведь мог и не успеть. Ай, блин. Ненавижу эти такого рода квесты, где надо ожидать, поджидать. На. Никакой дисциплины.
Ваши атаки подкосили Железную Орду. Так, будем аккуратны сейчас. Никто не увидит, да? Чё стало, ХЗ, вообще просто. Давай, давай, давай. Ближе подошел бы. Так, ладно. Этого никто не увидит. Блин, сколько урков-то, а? Руками махает, что за того, вообще не знаю. Чё? Чуть не поднял гад. Так, все идет неплохо. Вдвоем это слишком. Применить эту способность. Все, вы в безопасности. Столько пытался все заново. Мега кувырок, кувырок, блин. Так, все, давайте быстренько это пройдем. Никакой дисциплины. Заклинание еще не готово. Подкосили Железную Орду. Я слишком далеко от цели. Носом убивать, конечно же, не стану. Они слышат, но не придают этому значения почему-то. Только не это, чёрт! Опять все заново, давай быстрее, ты... ну чё? Чё сейчас было? Тревога отменена? Ладно. Тогда давайте как думать, как будем действовать. Аккуратно сидим, никого не трогаем. Так, он идет сюда. Да-да, смотрите дальше ваше шоу. Да, но здесь нас точно никто не увидит. Кто-то идет сюда. Так, сидит тут Гарон, а нас не должны видеть. Так, слишком близко я для них, мне кажется. Так, теперь норм. Жалко, тут нельзя сохраниться. Если ты просрёшь, то весь прогресс придется набирать заново. Да как? Твою... Мы почти прошли. Зрителей убивать нельзя.
Квест шпионский, блин. Чуть не попались. Будьте осторожнее. Это не для меня. Никакой дисциплины. Ваши атаки подкосили Железную Орду. Ой, да ладно. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Нужно прыгать. Полегче. Я ведь мог и не успеть. Так, давай, иди. Никакой дисциплины. Ваши атаки подкосили Железную Орду. Уже тут минут 10 корчусь. Так, не знаю, насколько заметят. Но лучше так. Даже не знаю. Может, с той стороны тихонечко пройти? Черт, вот здесь я заметить мог. Тут, если бы он ближе шел бы. О, нормально. Отдыхайте, стражи. Черт. Сюда смотрит. Не вариант, значит. Да какого хрена? Мы почти прошли. Заколебался я этот гребаный квест проходить. Да, да, да. Чуть не попались. Будьте осторожнее. Скукотище. Никакой дисциплины. Ваши атаки подкосили Железную Орду. Надо подождать. Давай, шмякай, шмякай, шмякай. Заклинаю. Да, конечно. Ну нафиг, а. Ой, мега полет, а. Все, вы в безопасности. Я уже заколебался. Интересно, а вот этот шарик, они не палят? Ну, шарик, подумаешь, ищи из Орды. Никакой дисциплины. Надо подождать. Ваши атаки подкосили Железную Орду. Ау, иди, блин, ваши атаки подкосили Железную Орду. Черт. Так, пока туда смотрим. Куда они вообще смотрели? Шпионские штучки. Назад вернись. Кому говорю? Господи, назад идет быстрее, чем вперед.
Так, здесь никто не смотрит. Отлично. Так, спускайся. Фух, чуть не заметил, а. Так, пройдемся понизу немного. Никто не видит. Так, давай, возвращайся назад, а. Не будем шуметь. Сразу поднял тревогу, гад. Я не могу это сделать. Да блин, почему бы их просто всех не замочить? Мы в безопасности. Зачем так париться? Не понимаю. Кстати, никакой дисциплины. Террор тут сработает. Ваши атаки подкосили же. И все нафиг. Ты в своем уме? Зачем тут летаешь? Проще же сразу Гулдану пригласить. Отправляйся лучше в главе музыкальной группы. Это секретная операция. ПГС Пандарин, секретная. Пасхалочку активировали. Эй, а где Гарона? Смотри в оба. Все, вы в безопасности. Никакой дисциплины. Это просто упоротый шеф. Скалка. Все предусмотрели близы. Черт, это стоило сделать сразу. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подобраться поближе. Заклинание еще не готово. Мои клинки готовы. Так, главное вообще, чтобы нас никто не заметил. Так, вот этот только проходит, это нехорошо. Где обратно вот? Да иди ты обратно, ты меня спалишь. Со стражем болтает. Так, его можно поубить. А Гарона не убила еще. Чуть не попались. Будьте осторожнее. Пускай мочит их эта сфера. Слишком далеко. Что это было? Полегче. Я ведь мог и не успеть. Все, успокойся. Эй, взбогойся! Я слишком далеко от цели. Никакой дисциплины. Ваши атаки подкосили Железную Орду. Уже понял я все. Надо подождать. С полетом, конечно, убило.
прям под носом убил. Слишком далеко. Ты чё не убила его, Гарона? На, вот, вот. Чёрт. Ничего хорошего в этом нет. Багает, эй, я же его убил, а. Эй, он сейчас применит. Блин. Ай, господи, эти упоротые баги, а. Опять. Ничего не сделал. И нет, что ли? Сначала надо выбрать цель. Это моя проблема маленькая. Так. Кто мне там в ВК пишет или в друзья добавляется? Из-за того, что вот он смотрит вот на него, я хрена с два убью. Да, черт, придется тебя убивать. Так, все, вроде все живы, здоровы. Серьезно, что ли? Да ладно. Ну и что это было? И как тут пройти? Чуть не попались. Будьте осторожнее. Никакой дисциплины. Ваши атаки подкосили железную орду. Я заколебался проходить это можно пропустить? Долго думал. Так тоже можно, не замечаю. Норм. Заклинание еще не готово. Можно было так незаметно было убить, а? Страшно. Смотрите, что делает Гарона с вами. Я пока не могу прочитать это заклинание.
Блин, можно было бы тут переполох какой-нибудь начать? На ящики залезть нельзя, да? Печаль, беда. Мы можем лучше. Да как он меня заметил, а? Полегче? Я ведь мог и не успеть. Как заметили меня-то? Как это пройти? Никакой дисциплины. Ваши атаки подкосили Железную Орду. Надо подождать. Тихо. Сейчас этот меня еще заметит. Так, отлично. Еще кто-то в ВК пишет мне. Дурацкая шпионская миссия. Ненавижу ее, блин. Тихо. С черепахами-то. Может, шарик убрать, а? Даже не повернулись. Надо подобраться поближе. Так, плохо. Как теперь мне... Да вот смотрите, я прохожу тут, а не сразу замечаю. Блин. Полегче? Я ведь мог и не успеть. Блин. Так, давайте попробуем снова. Никакой дисциплины. Заклинание еще не готово. Отдохнул я немного, передохнул. И, в общем, давайте пробовать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Будем фаст-трайм проходить. Так, давай, отворачивайся, гад. Надо подождать. Блин, вот этого помог бы снять, и все бы было бы ништяцко.
Давай, иди сюда. Говно ты собачье, а? Кусок дерьма. Иди сюда, я сказал. Так, отлично, мы убили ее. Или его, кто это там? Теперь мы можем пройти дальше по этой чертовой тропинке. Так, я сюда куда-нибудь встану. Пусть он отойдет. Иди, иди обратно. Че ты пришел? Я надеюсь, никто не смотрит на него. Отлично. Смотри дальше. Ой, блин, я чуть не обосрался. Как мне вас отвлечь? Да, командир. Наконец-то отвлеклись. Так, Нора. Слишком далеко. Стой, иди сюда. Заклинание еще не готово. Мы почти дошли, ребятки. Так. Так, это, надеюсь, не наверх. Ой, Кадгар, ты пышни сюда, здесь и круто. Безопасное место, все такое. Никто не ходит. Черт, придется подниматься. Никто не видит. Хорошо. Вождь не хочет тебя видеть. У него нет выбора. Давай, чернокнижник, покажи, что можешь. Сейчас будет ролик тот самый. Черт, как мимо всех обойти? Особенно мимо него. Много мобов, почему мимо? Чё-то здесь идет. Я надеюсь, он сюда дойдет куда-нибудь. Вождь не хочет тебя видеть. Да, уже в курсе. У него нет выбора. Давай, чернокнижник, покажи, что можешь. Им твоим что, пофиг, что ли? Хочет тебя да что за триггер какой-то, что ли, не выключается? Выбора. Прям какой-то Warcraft 3. Давай, чернокнижник, покажи, что можешь. Так, я в очень опасной местности прохожу. Прям в миллиметре от них. Так, найти информацию о железной орде. Еще выше, что ли? Где мне искать эту железную орду? Командование ярости клинка. Это сюда, что ли? И жалко, Гулдана замочить не можешь, да? Гарона. Хотя бы прошли дальше уже, намного. Кто следующий? Тут буквально пара мобов остается.
Так, этот поближе должен подойти. Надо подобраться поближе. Слишком близко к этому. Надеюсь, если я его убью, эти двое не заметят даже. Кадгар! Мы тут наверху, куда идти дальше? Кадгар! Так, мне только нужно, чтобы он повернулся. Отлично. Огромный риск, но мы прошли. То есть мы еще не прошли, мы только убили. Отлично, мы проникли куда-то. И нафиг я сюда проник. Столько рисковал своей шкурой. Надо проникнуть. Вождь на самом не деле. Хочет тебя видеть. У него нет выбора. Ну, кстати, это вариант, что вот это место командования. Давай, чернокнижник, покажи, что можешь. Этот рядом стоит. Хочу, чтобы отошел. Отойди. Я пока за бочками спрячусь. Нормально. Так, работники пускай себе работают, а мы... Наконец-то я там, где надо! Фух! Отлично! Планы Железной Орды. А теперь Гудана. Громаш отдал приказ всем отступить за стены Танаана. Интересно. Клан Кровавой Глазницы не горит желанием подчиняться. Железная Орда распадается. Так, а вот как раз и проследим тут за Гуданом. Диалог, который мы почему-то по 100-500 раз услышали. Вождь вот. Не хочет тебя видеть. У него нет выбора. Ролик! Как ты посмел показаться здесь, Гул'дан? Ты обещал власть, Громаш. Но лишь погубил свои кланы. Все они пали напрасно. Мои воины умерли с честью! Правда? Неужели и твой сын тоже? Грош. Мой сын. Ты все... потерял. Выбора больше нет. Пей и прими свою судьбу. Твоя отрава нас убьет! Взял, как ложка его снил. О, это железная воля. Я тебя раздавлю. Кто осмелится принять мой дар? Великая власть ждет всех, кто готов служить. Килрок! Ты видел судьбу. Ты знаешь, что нужно делать. Бухни уже этого. Килрок! Оп-оп-оп-оп. Ой, блин, ты чё, меня травить решил? Я сейчас блевану. Да.
Я создам новую орду. Вы станете несокрушимым оружием. Вы уничтожите множество миров мощью легиона. Что-то особо не посреднил. Окей. Кадгар, ты-то видел? Здесь мы можем. Вы оба отлично справились. Гул'дан еще более скользкий тип, чем я думал. Он втайне собирал войска, а теперь, когда мы ослабили его противников, он намеревается получить у вас власть над остатками Железной Орды. Нам нужно тщательно спланировать наш следующий шаг. С нашей последней встречи Гул'дан стал намного сильнее. Должно быть, он до сих пор связан с Пылающим Легионом. Мы обязаны остановить его. Итак, в нашей кампании на Дреноре произошел неожиданный поворот. Гул'дан перенял руководство Железной Ордой, и история повторяется. Наш мир сейчас в большой опасности, чем когда бы то ни было. Для вторжения в Танаанские джунгли нам понадобится вся мощь твоего гарнизона по Беспандарии, но я со своей стороны исследую способы противостоять магии Гул'дана. Скоро я свяжусь с тобой. Подготовьте ваш гарнизон и ждите дальнейших указаний от Верховного Мага Кадгара в обновлении 6.2. Которая выйдет уже вроде как скоро. За Азерот. Будем ждать. Назовиться. А тем временем Гарона присоединяется нам в качестве легендарного соратника. Придется мне расстаться с одним из своих крутейших соратников. Монах, я знаю, что сделал не так уж и много, чтобы заслужить твое доверие. Пока ты не освободил меня, моя жизнь не принадлежала мне. Твоя упорство и мудрость. А, не моя мудрость, ладно. Вашего верховного мага помогли мне стать свободной. Ты верил в меня даже тогда, когда я сама в себя не верил. Да, верю. Я буду служить тебе здесь, на Дреноре, до самой своей смерти. Только покажи мне своих врагов, и я тотчас же убью их, командир. Welcome to my гарнизон. Я готова на все, чтобы остановить Гул'дана. Веди. Я пойду за тобой, командир. Окей, круто. Вот и все. Упс. Ты что потерял? Я пока не могу. Еще не готов. Предлагаю испытать прямо сейчас. Я пока не могу применить способность. Заклинание еще не готово. Пошли отсюда, я тпшусь домой. Предлагаю прямо сейчас испытать нашу проказницу, посмотреть, насколько же увеличивается шанс выигрыша. И какой вообще левел у него, у неё, блин, с оружием. 600-й? Я надеюсь, 675-й мне сразу дадут. Было бы неплохо на самом деле. Хотя, на суде чего, у меня уже есть 645-я броня, оружие я не помню. Но 630-я точно есть. Ох, буду ждать с удовольствием. С большим удовольствием, 6.2, там верфь. Новая зона, Танаанские джунгли. Куча рейдов, боссы. Неожиданные повороты. И самое главное, осторожно, спойлер. Хотя это об этом, наверное, уже все знают. Архимонд! Тьфух. Черт возьми, самое прикольное это то, что вид миссии новый. Ой, да вы что, все сговорились встревать, а? Там куча ресов, по-моему, в этом задании было. А, ну, кстати, если что, есть это. Окей, Гарона, 630-й. Хорошо. Но мне придется кого-то отпустить из своих соратников. И даже не знаю, кого. Так, ну допустим, я пошлю Гарону на любое такое вот задание, да? Гарона. Неплохо, кстати, увеличивает шанс.
Так, а там, где она не справится, 56 шансов. Нормально. Очень хорошо. Если я в пустое... Ну да, естественно. Окей, народ. Теперь позабавлюсь с Гароной и буду ждать патча 6.2. А мы уже вернемся, естественно, когда он выйдет. Но, скорее всего, когда эта серия выйдет, уже будет записана куча серий по 6.2 и так далее. Ну, в общем, на этом все. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте, добавляйте видео в избранное, делитесь им. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока.